У нас здесь корм для животных. Мы можем сейчас пригласить. Ой. Как это, что это? Нет, почему-то связи нет. А, вот, присоединись. Привет, ребяточки. Мы что-то, короче, хотели пригласить народ, а что-то не приглашается. Делитесь трансляцией. Делитесь, короче, от трансляции видео, быстрее нажимайте. Я хочу пригласить и приглашать. Ура, я могу писать. Ура, себе привет. Нас здесь эти трое. Что? Привет! Короче, вот у нас здесь такая тусовка небольшая. На что вы думали? Вы на что напали? На рэперов? Нет. Короче, мы в нашем центре, мы что-то... Таня. Вот, понимаете, даже мне... Хотела сказать, это Татьяна Ларина. Вот. Да, всем привет еще раз. Короче, ребята... Я с другом, у меня друг. Да. А вот Донсков. А вот Донсков здесь. Таня, Питер, да, где Гиберт? Какой Гиберт? Гиберт в книге о Гиберте. Вот открывайте Википедию, там Гиберт. А Гигер уже умер. Гигер умер. Так вот, короче, ребяточки, у нас 21 февраля у Татьяны будет день рождения. А у нас вообще у всех у нас будет при... Хватит, Донь. Ты опять за масками какого-то самолюбия. А 21 числа, 21 февраля мы встречаемся в Доме кино, чтобы отпраздновать Тане день рождения и отпраздновать нашу премьеру, нашего фильма, нашего перемещения, нашей слежки за пацаном, который... Доня, опять ты наговорил кучу гадостей людям. Красавцы, Таня, передайте всем привет. Татьяна, Гриша, просто передайте всем привет. Я передаю всем привет. Ребята, очень приятно, что вы с нами, молодцы. Приходите 21-го Санкт-Петербург, 27-го Москва, перемещение и 21-го Татьяна Ларина. Он вас на самом деле обманул, короче. 21 числа это Москва. И там же мы справляем день рождения Татьяны Лариной. В Доме смотрите, кино. Смотрите, не ошибитесь. Не 21 февраля в Доме кино. Город Москва. Шикарно выглядите. Вот как мы выглядим. Вот. Короче говоря, привет, мои хорошие. Привет, дорогие. И... 27 февраля, это билеты, да, сейчас, кстати, про билеты надо сказать, ребята, мы все-таки выбили у организаторов, которые у нас проводят и помогают проводить это мероприятие, мы выбили билеты для студентов. Да что, мы для... выбили прям скидку ну, для там всех даже, студентов. Ну, там даже не скидка, короче, если у вас есть ученический билет, если у вас есть удостоверение школьника, если у вас есть любая какая-либо фурнитура, которую можно показать на входе, можно купить билет за 700 рублей для студентов. Айсик, такие карточки есть специальные, студенческие, вот по нему можно. Короче, айсик. Вы приходите в Дом кино или 27-го в Питере, приходите к кинотеатру Москва, и там показываете студенческий билет, и твой день рождения, это же, ребята, в этом году мы пока посмотрим, как праздновать день рождения, я думаю, мы наколханим его, такой, на колхане спразднуем днюху. Все, будем на метлах летать, на метлах и на люстрах качаться, вот на люстрах, да. Вот, короче, сейчас, погодите, а Дима где будет, какой Дима, Дима где будет, какой Дима? Дима Билан, скорее всего. Дима Билан? Мы не в курсе. Дима Билан, переместим его к нам на перемещение, это не так уж сложно. Так, а кто пойдет на... Короче, ребята, еще раз повторяем, 21-го Москва, 21-го Татьяны Лариной день рождения, в этот же день можно купить билеты по 700 рублей на входе, до этого можно купить билеты по 700 рублей для студентов и школьников, и точно так же все можно купить в Питере на 27 февраля. Слышите, да, 27 февраля? Таня, лучшая группа, приезжайте в Москву, приедет Леня из Красноярска. А вообще Донем. Добавляйтесь просто в группу «Проснись», «Бантин». Его центр, смотрите, все везде, все афиши висят. Ребята, короче говоря, вы самые крутые, и сейчас мы хотим самым вам крутым выбрать подарки. Таня, сделай волшебный палец, ткни куда-нибудь, и мы подарим прикольный какой-нибудь. Давай. Ну что, ты никого не поймала, что ли? Ну вот, давай кого-нибудь поймаем. Таня, палец судьбы. Ха-ха! Смотрим профиль. Палец судьбы, и, короче говоря, Алекс Щербатов. Алекс Щербатов. Сейчас мы его держим вот тогда вот эту штучку. Давай. Алекс Щербатов, мы сейчас тебя зафиксируем, Алекс Щербатов. Мы тебя зафиксировали, профиль гасим. Алекс Щербатов, ты получаешь от нас, Татьяны Лариной, вот такой вот подарок крутой, чтобы все твои злопыхатели поместились в вот этом вот говномешочке. Короче, складывай вот сюда вот всех своих говнозлопыхателей, хейтеров и всяких других. Короче, ты нас понял, да? Вот это. Это тебе, Алекс. Это Алекс. Да. Доня, давай, теперь ты палец судьбы. Палец судьбы, Доня, палец судьбы. Так, оп. Кто? Ага, тихо, посмотреть профиль. Так, смотрим профиль. Ага. Аида Валидова. Итак, Аида Валидова. Доня, подожди, держи, сейчас, подожди секундочку, мы сфотографируем Аиду Валидову. Чпок.
Сфотографировали, закрываем профиль. Аида Валидова, ты получаешь, покажи, что она там получает. И прямо от Дони. Вау, ну это понятно, Дони прикрывал вот этой штукой лицо, она испачкана в поте Дони, ну, по тональном креме. Тебя напрягся, тональном креме Дони. Как, ну он же трется с бабами, он же постоянно трется с тёлками, на нем помада губная, на там какой-то вазелин сбоку, там крем тональный. Аида, ничего, это тебе. Так, ну и тогда палец судьбы мой. Так, один мой палец судьбы. Мой палец судьбы, я даже закрою глаза. И это, вот этот человек. Профиль Рома. Роман. Роман, мы фотографируем твой профиль. Роман. Рома, 19 читателей. Рома, 19 читателей. Да мы выложим потом ваши скрины. Ромка, короче, что я хочу тебе подарить? В общем, если тебе говорят, что ты чудак, и чудной, поставь вот так вот это на лицо и скажи, продолжаем наш интересный разговор. Если в дурку не заберут, ты выиграл. Это тебе, Ром, скоро тебе это пришлют. Обязательно все. На перемещение жду тебя. Ребята, все ждем на перемещение. 21-го на день рождения у Тани в Москве, 27-го на перемещение. Мне 116! Короче, прибавляйте еще 300, и это будет на более-менее правдой. Все, ребяточки, держи, Донечка, буду прикрывать эфир. Ребята, всем-всем-всем поцелуй и пока. Всем, всем-всем-всем, да-да-да-да-да-да, всем подарки разошлем. В группе ищите вас.